отыграл уже полторы минуты, да, и не угомонится опять здесь. И Капризов играет. Ох, не застрять бы сейчас. Все-таки очень длинную смену провели хоккеисты. А меняться в атаке нельзя. Все-таки второй период. Поехал Капризов меняться. Позвали его с лавочки. Подсказали Кириллу, что лучше понадежнее сыграть. Уже вышел Лаута. А пока Светлаков!